предварительно установлено, что в дневное время 23 января 2023 года на территории частного зоопарка в селе Борисовка Уссурийского городского округа лев напал на женщину, упавшую рядом с клеткой, где содержится животное. Пострадавшая 1985 года рождения госпитализирована с рваными ранами тела и конечностей. Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль ход результата доследственной проверки, организованной по факту произошедшего. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации работы зоопарка, в том числе полноте мер, принимаемых к обеспечению безопасности посетителей.